Элита Ютуба заняла вакантные места. Путин и коррупция. Всем добрый день, с вами Айден, и я не знаю, как у остальных блогеров, но лично у меня часто бывают моменты, когда ты снимаешь видео, уже доходишь до финальной кондиции, заканчиваешь съемку и на монтаже думаешь... Какую же фигню я заснял? И, конечно же, это выкладывать я никуда не буду. За последние пару лет видеоблогинга у меня накопилось много материала, который вроде как никуда уже не годен, но и удалять его тоже жалко. Поэтому сегодня, исключительно для своей подписоты, ребята, я вас люблю. Это специальное видео для вас, 105 моих видео, я их назвал интимными, но они, впрочем, такими являются, которые вы никогда не увидели бы на канале Айдена. Мы начинаем, но сначала я хочу вас всех агитировать подписаться на мой аккаунт Quai. Туда я выкладываю истории своей повседневной жизни, и вы этим тоже можете заняться. Разные маски, спецэффекты, музыкальные зарисовки и все остальное. Это мир Quai, ребята. Ссылка в описании. Скачивайте обязательно. Сообщайте, что вы скачали в комментариях. И в следующем видео, кто подпишется на меня в Quai, я сделаю вам сигны в конце ролика. Обещаю. А мы начинаем топ-5 видео. Поехали, лего. Нет, не надо. Позапрошлым летом на сэкономленные деньги я решил прокачать свой компьютер, чтобы он был быстрее и более удобен для монтажа. И я это даже снимал на видео, думал, что это будет вам интересно, такой технический видос, в котором я покажу, что я покупаю, как это меняется и вообще работает ли эта система. Конечно же, как только у меня все получилось успешно, я забил на монтаж этого ролика, и прямо сейчас я сделаю краткую нарезку того, что вы чисто теоретически могли бы увидеть. Смотрим. Денис, а тебя эти сообщения вдохновили на что-то большее? Да, дружище, действительно вдохновили. Хочешь ли ты еще большего апдейта своего компа, чтобы прям было круто работать? Я чуть не вляпался в грязь. Ну да, хочется. Ясно. Понятно. Сегодня, кстати, день ВДВ. Здесь что-то как-то много, слишком ОМОНа около дворца спорта играет. Песни послушайте. Я могу даже чуть помаршировать. Я помню, как это делается. Вот так вот. Ладно, я как даун смотрюсь, наверное. Да, два кошка стукнут, блядь. Ой, ребята мои, ребята, сыкать на мне, вот серьезно, видеокарта сейчас не встанет, и чё потом, вот как делать, куда ее отдавать опять, ездить, менять, вот просто давайте сейчас все дружно, не знаю, помолимся, кто в кого верит. Вот этот слот под видеокарту, он на материнке, у всех он, ну, идентичен, я думаю, поэтому как я хочу, вот здесь я проделал уже отверстие, вот здесь вот, то есть его просто вытаскиваем, здесь одного этого слота хватит, хотя не хватит, ну не, хватит, чтобы, блин. В общем, ладно, давайте попробуем. Нам надо войти сюда, и чтобы осталось место. Вроде как, по масштабам-то. А чё ты не хочешь-то? Ребята, проблема. Все, фигово. Не, как бы, проблемы сейчас особо нет на самом деле. Я ее, если что, присобачу, я ее воткну. Так, что-то я не могу никак. Не могу. Какой идиот придумал. Я понимаю, что это пенопласт, но у меня вся квартира в этом вонючем пенопласте. Так, ну и наш мониторчик достаем. Вот в таком он пакетике. Вот он. Дизайн у него очень крутой. Он, видите, плоский, у него нет рамы, нет границ. То есть тут все рабочее пространство, все начиная отсюда до сюда. То есть нет никаких идиотских рамок, чтобы тебе, блин, что-то куда-то там нажимать. И вот, я все установил. Сначала NVIDIA драйвер не хотел ставиться, но я перезагрузил комп и все поставилось. Вот, то есть как бы кроме этого драйвера я ничего не ставил. Ну, драйвер от монитора я не знаю, надо ли ставить или нет, потому что все настройки цветовые я выполнял. Это супер, ссылки оставлю в описании на все. Я вас люблю. А следующее видео я снимал ровно год назад, в июле, в солнечной яркой Москве. Тогда нас пригласили на фестиваль KFC Food Battle. И я тоже хотел снимать оттуда влог, но опять же из-за того, что мне просто нечего было сказать, фестиваль был ну так себе, если честно. И я решил не разочаровывать организаторов плохими отзывами и плохим влогом, и просто его не выложил. Но там приезжал L1, там есть кусочек моего общения с Яном Гордиенко, вроде бы, я не помню, но сейчас вы увидите все. Самое интересное, что можно было бы извлечь из этого влога, смотрим. А
Значит, тут можно отвечать на какие-то спортивные вопросы, получать потом взамен какие-то коктейли. Так и веселое, знаете, мероприятие. Самое главное, что бесплатно, потому что тот же самый Витфест, помните, который у меня даже видео было, там тоже были блогеры, автограф-сессии, а здесь все то же самое. Вон стоит огромная очередь к... О, здорово! Привет, YouTube! Привет! Привет, привет! Не вырежи меня! Конечно, нет! Айден? Айден! Айден! Ой, видите, везде подходят все. Вот, то есть там большая очередь, там какие-то блогеры проводят свои тоже автограф-сессии. Не знаю, будет ли Айден это делать или нет, но в любом случае посмотрим. Иди давай, иди, иди, он сейчас уйдет просто. Ну, сейчас, подожди. О, здорово. А, привет, да. Спасибо. Сходка вот зрителей Айден, пожалуйста, здесь, все пришли. Они просто сейчас немного стесняются, поэтому они особо сильно на меня не реагируют, но... Да, ребят, привет, да, да, это я, ребят, да, привет, да, да, привет, да, ребят, это я, да, да, привет. Ну, видите, просто сидим здесь. Короче, нас завели куда-то, какое-то отдельное помещение, мы идем вперед. Все блогеры, сейчас будет концерт Элвана, такой рэпер, если вы не знаете, вы знаете, друзья, все. Задние ряды. Ой, сейчас камера. Не один таких сумасшедших вокруг Трофей Москва, дай шума пацанам из разных городов! Следующий маленький кусочек видео никак не относится к моему каналу, и там даже нет моего лица и моего голоса, и ничего моего нет, но снимал этот ролик точно я. Тогда я работал на телеканал «Россия» и снимал всякие сюжеты из Нижнего Новгорода для прямого эфира, такая программа есть. Меня там обманули очень сильно, тыры-пыры, но об этом я как-нибудь в другой раз расскажу, если вам это, конечно же, будет интересно. Но вся суть того, что мы там снимали бабушку, которая плохо слышит, и снимали мы это в каком-то госпитале, где она какое-то время лечилась. И там произошла очень забавная ситуация, и кто-то из постояльцев этого госпиталя дал ей почитать книгу, которая, в принципе, не совсем правильно показывать по государственным телеканалам. Я бы сказал, даже вообще неправильно показывать. И я думаю, сейчас вы увидите эти кадры и поймете, по каким причинам этот сюжет и эта тема вообще не вошла в программу. Путин, видите? Да. Ну, тут говорят, очень много написано, чтобы не надо знать. Путин и коррупция. Без... Ну, блин. Просто читайте там. Путин, коррупция, тут коррупция, Путин, коррупция. Нет, вы прям вот прям читаете. Да, это мне с палатой принесли. Вот он, Путин. Красавица. Мы с тобой еще не постарели, наши головы так рано посидели. Совсем недавно, буквально вчера, закончился Alpha Future People 2017. И мое знакомство с этим фестивалем началось в 2015 году. Он был самым офигенным для меня. Там были очень клевые ребята, которые с нами ехали от Билайна. И вообще много-много разных положительных тезисов. Вы, наверное, смотрели отчет, он, по-моему, даже до сих пор есть на канале с 2015 года. Но он такой, знаете, там, на камеру снятый. А я параллельно хотел снимать еще что-то типа влога. И давайте посмотрим эти кадры моих попыток сделать этот влог. Там есть много известных ребят, вот Иван Гай, например, тоже вы видите его со спины, я, по-моему, пытался его снимать, я не помню, но, в общем, тоже такая, знаете, архивная запись, которую не хочется удалять. Давайте посмотрим. Сегодня
Всем привет, с вами Денис. Наверное, вот решил с этого кадра я буду начинать наш отчет. Это будет влага-репортаж. Сейчас мы находимся около гостиницы АК. Я приехал, как обычно, рано. Я очень пунктуальный человек просто. Вот сейчас, значит, встретимся со всеми блогерами нижегородскими, а может быть и не нижегородскими, потому что, возможно, нас повезут в автобусе сразу со всеми. В общем, это они, а это мы. А это они. Ну, собственно говоря, все весь мир. Это ребята из Нижнего Новгорода. Смотри, ты не бойся. Вот, друзья, прибыл Ваня. Здравствуй. Да, слушаю. Ваня. Мы в гостях. Свою Как сделать крутое размытие фона? Элита Ютуба заняла вакантные места. Сколько стоит в России в рублях? Ну не знаю, я покупал перед Новым годом за 38. 16? Да, 16. Ну что же, ребят, вот мы все наши свиты блогеров вышли из автобуса. Подожди, я сейчас скажу для влога, а потом давай, уже... Давай, я хорошо. Можете монопод дать? Фендер, у меня есть монопод. У меня есть... Зачем тогда? У меня есть монопод, есть крепление на голову. Не-не-не, зачем просто вот это? Звук гораздо лучше так пишется просто. Смотрите, я уже предчувствую, как здесь будет развиваться неплохо бизнес. Домашние пирожки деревенские. Шашлычки там многие люди. Узрите масштабы всего поля. Дорогие друзья, вот и заканчивается первый день фестиваля Alpha Future People. Все мы в таком полусонном, ну уже закончился фактически, да, в полусонном состоянии, едем ночью в автобусе. Я забыл, что я влог снимал, вчера начинал, сегодня заканчиваю. Ага. Длиннющий день. Да. Ну и последний, пятый, не вышедший ролик Айдена. Это я, если что, такая звезда интернета. Нет, нифига подобного. Был записан несколько, даже я бы сказал, один час назад. Всем добрый день, с вами Айден, и вы помните, когда-то у меня был ролик, в котором я регистрировался в Одноклассниках, и за определенное количество лайков я вам обещал зарягаться в Mail.ru, это такая социальная сеть моего детства, но я сейчас понял, что Mail.ru уже не существует, там только игры какие-то остались, поэтому прямо сегодня я хочу открыть список популярных пабликов Одноклассников, мне кажется, там весьма интересно и необычно, и кратенько пройтись по всем этим постам. И сразу же нам встречается анекдот, поэтому позвольте, я его прямо сейчас зачитаю в формате анекдот батла. Вот без подготовки, реально. Ща минус найду только. Йоу, как меня слышно? Как меня слышно? Йоу, йоу. Это анекдот батл. Анекдот батла из Одноклассников. Нет кепки. Грузин устраивает сына на мясокомбинат и объясняет ему очень просто: вот, сынок, это аппарат. Ты туда суешь барана, а тут опять палок колбасы. Два тебе, три в машину, понял? Ну, ладно, не ссы. Нет, повторяю, вот аппарат, туда барана. Оттуда пять палок, две себе, три в машину, понял, падла? Папа, бывает такой аппарат, туда пять палок, оттуда баран. Да, сынок, бывает, у твоей матери иду на таран, йоу! Вот смотрите, есть, например, блоги, да, вот что-нибудь бы посовременнее найти вот из нашего... В общем, это были 5 не вышедших роликов. У меня еще есть несколько запасов в загашнике. Если вам интересен подобный формат, и он наберет хотя бы 5000 просмотров и хотя бы 1500 лайков, ну вот так вот, знаете, навскидку, то я обязательно сниму либо серию, где тоже расскажу о каких-то дублях, которые не вошли по разным причинам в эфир моего канала, скажем так, или ролики, которые вообще никогда не выходили на моем канале. Поэтому лайкайте обязательно, пишите в комментариях, какое видео вы бы хотели увидеть на моем канале из тех, которые я вам показал, тогда еще давно, и по вашему мнению, это видео действительно зашло, и его было бы интересно смотреть, и я зря его тогда не выложил. Очень сложная схема интеграции с вами, но извините, я думаю, вы поняли. Жду ваших комментариев, подписывайтесь на мой квай, это очень обязательно, ссылка в описании. И с вами был Айден, и я вас всех очень сильно люблю, между прочим, если так, на секундочку. Ждите новых роликов, пожалуйста.